Ну что ж, дорогие друзья, пора бы нам уже приступить к покраске нашего самолетика, да? Давайте. Что мы сделаем? Выберем материал какой-нибудь простенький такой. Так, подвинем сейчас, чтобы удобнее было. Виднее, чтобы было. Так. Тут я разделил пропеллеры и сам самолет, шасси, чтобы при анимации как бы тоже была возможность анимировать отдельно новый материал. Давайте возьмем что-то военное, такое зеленое, темно-зеленое. Вот так вот. И покрасим его вот так. Мы сейчас не будем сильно вдаваться в детали, там окна раскрашивать и так далее, какие-нибудь звезды ставить или еще что-нибудь. Пока оставим так вот здесь по-хорошему маленько, вот такой темный камуфляжный цвет. Так, теперь нам надо еще сделать. Возьмем моделинг, приберем сейчас вот эту пимпочку. Я бы такой, чтобы ее покрасил, допустим, в красный цвет. Вот такой. Тоже без особых заморочек, без всяких там текстур или блесков. Отображение, отражений. Так, следующий нам надо вообще-то, наверное, черный сделать. Ну, давайте сделаем, если надо. Введем ползунок сюда и бросим на пропеллер. Вот так. Ну, также можно вот эти вот кружочки сделать. Так. Ну и, конечно же, еще и покрасить заодно все эти шасси. Нам чисто надо так, чтобы он не выглядел серым. Покрасим сейчас вот эти роторы, как их назвать. Можно было, конечно, выделить в одну, соединить в нулевой объект и выкрасить. Но уже начал, так начал. Потому что я сейчас буду отрабатывать возможности анимации камеры, наездов камеры, фронтальный наезд, потом наезд такой, чтобы был в круговую, по сплайну, и еще один по... Так, следующее, что нам надо сделать, это подготовить лейаут. То есть, чтобы у нас видно было сразу же, как меняется камера и как меняется вид из камеры. Сейчас мы это с вами сделаем. То есть мы возьмем сейчас окно, вот так, еще одно окно, и потянем его вот сюда. Вот видите, сейчас у нас здесь как бы вид непонятно что.
Поэтому мы поставим с вами камеру сейчас. Первое, что мы сделаем, поставим камеру. Вот она, камера, да? И если мы посмотрим, то в принципе ничего не меняется там. Да? Видно, что камера движется, а вид не видно. Поэтому первое, что мы применим здесь, это target, tag, то есть цель. И мы укажем, что цель у нас аэроплан. Вот так. Цель у нас аэроплан. И теперь нам надо выставить. Так, как нам лучше сделать? Вот так. Поставим сюда. Здесь мы видим, что ничего не происходит, да? Две вещи. Первое, мы должны обозначить камеру. Вот так. И теперь мы видим, видите, как мы только поднимаем нашу камеру или уводим ее вот сюда, да, мы видим теперь, что у нас самолет приближается. Это то, что нам нужно, допустим, да? Вот так, чтобы выглядело. А чтобы здесь мы не видели камеру, тут есть еще один момент. Так, надо вспомнить. Мы должны пойти вот сюда, переключиться, пойти в мод объект, взять view setting, пойти в фильтр и отключить камеру. Тогда здесь камера не будет видна. Будет видно только вот ее наезды. Вот она. Слетел. Вот. То есть нам надо вот это сделать. Первое. Допустим, вот он. Попробуем сейчас установить здесь ключ, контур, ключик, передвинуть вот сюда на 90 и подвинуть, наезд сделать. Вот мы тут видим, сразу наезд идет. Вот так. И тоже поставить ключик. Вот так. Вот у нас путь камеры. Вот, пожалуйста. Самолет летит на нас. Почему нам приходится кликать? Ну, потому что камера пытается нам уменьшить FPS. Вот если мы так сделаем по кадрово, мы увидим, видите. А когда мы делаем анимацию, то лучше вот видите, белая кромочка, да, лучше на нее переключиться. Вот. Так. Теперь хотелось бы запустить пропеллер. Оп. Давайте выделим пропеллер. Вот так. Так, поставим здесь на 0. Вот стоит пропеллер у нас на 0. И мы ставим вот здесь ключ. И вот на 90 мы сделаем вращение на, допустим, 800, да? Вот так. И тоже поставим ключ здесь.
И теперь посмотрим, как это будет работать. Вот он вращается. Чудненько. Так, теперь переключим сюда. И тоже посмотрим, вот он едет, винт вращается. То есть первую анимацию мы с вами сделали. С чем я вас и поздравляю. И себя, конечно, тоже. То есть запомнили, да? Ну, а потом мы с вами следующее начнем делать. А пока вот так.